Всех приветствую, дамы и господа. Сегодня у нас очередной ролик по слайдам. Хочу затронуть сегодня такую тему, как антитела. Что с ними делать, где их искать, нужны ли они вообще, стоит ли их выносить, потому что они занимают много ячеек и так далее. Давайте начнем, что такое антитела. Тела – это такая система против вайпа. Все мы знаем, тех, кто играл еще до этой системы, то есть до 1 сентября, то, что просто был... Мы играли, потом вайп, нам давали такой контейнер, в нем 6 ячеечек, мы туда перекидывали все, и после этого как бы сохраняли 6 предметов. Я, допустим, сохранял 6 фигурок своих, и все. А так полный вайп с нуля. Но разработчики... Многие жаловались, что вайп неинтересно, с нуля неинтересно начинать. И разработчики, видимо, это услышали и сделали такую систему, как антитела Хела. Как их искать, где их найти, как издавать. То есть ищите вы их на картах, они падают с ботов, с ящиков, там без разницы. Занимают, как говорил, 3 ячеечки. И вы их выносите, сюда сдаете, вам дают 30 тысяч за одну антителу. То есть нам нужно собрать 100%. Когда их только добавили, эту систему, я недельку поиграл, я думал, что это нереально собрать. Потому что за неделю мы там 5% собрали. Я думаю, а нам дали так мало дней, и мы это не соберем. Но с каждым днем все больше людей в эту игру играют. И я замечаю, что уже в день не 0,5% делается, а 2% уже делается эти антитела. То есть люди собирают, и тем самым быстрее проценты идут. Что дальше? Допустим, мы собрали 100% этих антител, да? Все-таки довольны, сидим. Проходит как бы вайп. Ты такой заходишь, а у тебя ничего нету. Ты же почему? Мы все собрали 100%. Но нет, есть такой один минус. Даже если мы соберем 100% этих антител, нам нужно еще иметь 3 сыворотки. Вот такие вот штучки вот. Ее можно купить, и с очень маленьким шансом, прям очень маленьким, это она меньше даже, в 10 раз меньше шансов, чем видеокарту найти. Вот такую вот сыворотку нужно найти. Она бывает спавнится на картах, но я еще ни разу не видел ее, и не видел видосы про нее. Но разработчик говорит, что они спавнится на картах с маленьким шансом, что я говорил. Ну, либо просто ее купить за 3 штуки за 60 миллионов. Ну, по скидке там 60 миллионов, грубо говоря, будет это стоить. Скажете, дорого? Да, дорого. Ну, под конец вайпа у вас будет уже куча, думаю, денег, и вы сможете это все купить. Главное собрать сейчас 100% антител. Как эти 60 миллионов собрать? У меня уже есть видео, как на видеокартах заработать эти деньги. Можете посмотреть, и вы все поймете. Как видите, прошло всего лишь там сколько месяцев от вайпа, а у меня уже оценка 226 миллионов. Да, это немного, конечно, но все же меня хватает. То есть я уже в рейтинге по Европе могу находиться спокойно. 52 место уже, ну да, вот не знаю, как они это фармят, может какой-то другой способ есть. Ну это прям овер-задроты этой игры, блин, такие сделать. Ну ладно, можно собрать 60 миллионов, легко собрать. И даже не напрягаясь, просто бегая за Марикой, вынося лут. Так, что я еще хотел сказать по поводу антител. Стоит ли вообще собирать их? Как я говорил уже, да, стоит, чтобы не было вайпа. Представим такую ситуацию, смотрите. Вы их не собираете. Мы не насобирали, получается, 100%. Все, вайп произошел. У всех все сгорело. 40% игроков этой игры уйдут отсюда. Им будет неинтересно играть. Тем самым просяет онлайн. Тем самым будет больше поиск. Он так долгий поиск. Еще больше поиск будет идти. Тем самым у вас пропадает желание играть в нее. Потому что вы час ищете, 10 минут играете. Это неинтересно. То есть в ваших же интересах собирать эти тела, чтобы у всех как бы онлайн наш сохранить. Почему еще стоит собирать эти тела? Допустим, смотрите, вы не собираете, вам барабан, типа, будет вайп, думаете, о, с нуля, все будут с нуля играть хорошо. Но такие, как, допустим, я, мы собираем эти тела, собрали их, купили сыворотки эти, и у нас сохраняется все наше имущество. Там сгорает какая-то часть маленькая, но все же, вы будете бегать в первых сетах, а мы будем бегать в пятых сетах.
Как думаете, это будет равенство? Это будет неравенство. Все почему? Потому что мы запарились до вайпа, это все сделали. А вы, как говорится, забили на это и бегаете с нуля. Даже тот самый будет рейтинг, вы запускаетесь там на каких-нибудь вторых сетах, третьих сетах, а я запускаюсь на пятых, шестых сетах. И, конечно, рейтинги буду выигрывать я, а не вы. Тем самым, это же в ваших интересах собрать эти антитела. Думаю, я все сказал. Все, что нужно. Собираете 100%, опять же, у вас будет вайп, потому что вам нужно 3 сыворотки. Собираете 3 сыворотки, все, ждете вайп. У вас там забирают какую-то часть вашего имущества, но все же остается. Не собираете, все обнуляется. А на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, дизлайки, ну и подписываемся на канал.